Ну, кукусики, дорогие друзья, добро пожаловать в новую локацию, которую вы будете видеть не один раз и не два, а очень часто, периодично и постоянно. Это моя новая студия, которая находится на даче. Если вдруг кто вообще не в курсе, какая дача, что это ты где живешь? На лайв-канале, ссылка есть в описании, переходите. Есть влоги с дачи, обзор дачи, я показывал рум-тур. А, кстати, обзор моей студии на даче выйдет недельки через две на лайв-канале. Не пропустите, я обязательно вам на основном канале об этом напомню. Короче, друзья, господи, знаете, настроить новую студию, это как начать канал с нуля. Это настолько все сложно, постоянно какие-то косяки, пока все настроишь, куча проводов, все должно подключиться, подойти, там то не сошлось, там это не сошлось. У меня так было со старой студией, вспомните, мы когда, точнее, со старой новой. Ну, короче, помните, мы жили на старой квартире, а потом переехали в новую студию, та, которая сейчас вам привычна, где сзади логотип холодики, вот там... Постоянно какие-то были косяки, постоянно либо интернет пропадал, либо эхо было, либо что-то, ну, чего-то не хватало. И постепенно мы наращивали, и появилась у нас такая офигенная ламповая студия, которую вы видите в моих предыдущих видео. То же самое и с этой студией. У меня сзади полочки, мы видим логотип холдик, не знаю, зафокусим его сейчас, вот он. Также там бравлеры, Спайк, Ворон, Джесси. Две моих золотых кнопки. Ну и пока что больше ничего нет. Передо мной светодиодное кольцо, камера. Та самая камера, которая и на основной студии. Два монитора, ну и прикольное рабочее место. Но рабочее место моими глазами вы увидите на Холдик Лайве. Я вам покажу, что у меня здесь. Я еще как раз доукомплектую студию. Ну и, блин, давайте запишем первый видосик с этой студии. Ребята, поставьте лайк, кто здесь впервые. Или нет, не впервые, просто поставьте лайк, если вам интересно, чтобы я вам показал ее вокруг, эту студию. Ну и подпишитесь на канал. Кстати, я не знаю, как тут по поводу звука и микрофона, потому что тут у меня микрофон старенький, Blue Yeti. Здесь небольшое еще эхо в студии, но, опять же, это и комната, и студия одновременно. То есть вот здесь буквально в 2 метрах от меня Данька лежит на кровати, играет в мобилку. Поэтому тут это не отдельная комната, это моя общая. Тут и комната, и студия, но вид у меня за камерой, вы просто офигеете. Я вам покажу на лайв-канале, ребята. Короче, я хочу запустить пробную трансляцию на этой студии. Вроде бы интернет должен позволять, вроде ничего не лагает, чтобы вы понимали, дача находится в глуши, в деревне, сюда добраться очень сильно тяжело, и поэтому интернет тут, ну, как бы вы сами понимаете, может быть подлагивает. И иногда тут пропадает свет, надеюсь, у меня с этим проблем не будет. Итак, я нахожусь на проекте Путь, я бы очень сильно хотел, ребята, запустить прямую трансляцию и постримить этот проект. Давайте посмотрим, что у нас вообще имеется, давайте, конечно же, купим... пассивку на воробушка. Короче, проект, я как и говорил, на 30 тысяч полетит. Давайте посмотрим, на кольта у нас есть. Да, на кольта у нас есть, но хотя вот это, наверное, получше будет. Это у нас что? Дальность выстрела кольта увеличена на 11%. Конечно, получше, но пока трогать это не буду. Значит, акции пропадут через 20 часов. Предлагаю эти акции открыть вместе с сыном на этой сегодняшней студии. Ну, пожалуйста, только поставьте лайк. Единственное, что я от вас прошу, это лайк и подписка на канал. Напишите вам в комментариях, как вам мое новое место. Я еще тут, конечно, все настраиваю. Может, какой-то свет добавлю. Не знаю, может, какие-то подсветочки сделаю. Но вообще тут такой стиль древесный. Тут ничего не надо мудрить. Это не, не знаю, не современная такая студия. Такая чистая, как в бане сейчас сидим с вами. Короче. Если вам, конечно, видок мой не нравится сзади, я куплю хромакей и зашторю все это. И поставлю хромакей старой студии. Напишите в комментах. Или же нормально, или же прикольно. Давайте я вам еще раз на всю включу. Вот так это все выглядит. Блин, классно. Это еще на эту вебку, она классно фокусит. Если бы я на старую, она бы, может быть, была не очень. Так, хорошо. Значит, что? Возвращаемся к проекту. Я запланировал себе пушить 30 тысяч, не собирая наград.
Даже не знаю, с чего начать. Конец сезона через 3 дня. Я думаю, что за эти 3 дня мы не будем пушить кубки, потому что подойдет Brawl Talk уже, скорее всего, послезавтра, либо завтра. Мы с вами отстримим Sneak Peek, мы посмотрим, что будет в обновлении. Ну и, собственно говоря, уже после того, когда настанет новый сезон, мы уже с вами с бодростью, с новыми силами попрем пушить каких-то бравлеров. Сейчас я предлагаю взять что-то мощное, посмотреть, что за карты у нас есть. Ага, ну и вы же понимаете, что я ШД-шку пойти не могу, поэтому... Будем пытаться что-то мудрить из этого. А что тут вообще тащит? Что это? Ну, тут, наверное, что-то надо взять, может, из вот такого вот. Посмотрим. Или вот Пенни, может. Давайте попробую справа-то. Погнали в бой. Я не играл 100 лет. А, кстати, у меня еще AirServer здесь бесплатный. Ну, я временно его бесплатный взял. Вот, надо будет купить вот эта табличка Trial, я извиняюсь за нее, я ее уберу со временем, просто на новом, новый комп. О-о-о-о. А вот это мне не нравится, подтраивает, да, ребят? Это ж интернет, да, так лагает? А вот и первый косяк, а что же делать? Интересно, это из-за того, что Wi-Fi у меня на балконе, или это так и есть скорость? Да не должно же быть такого. Не должно. Но я буду тестить. Я буду пробовать что-то пытаться изменять. О, вроде... Не, ну все равно, да, подтраивает. Видно это в AirServer'е? Да, да, видно хорошо, отчетливо. Так. Блин, ну я не знаю. Либо это надо перезапустить игрульку, либо... Либо так будет постоянно. Ну, в целом оно как бы не виснет, но какие-то, да, микролаги, как будто оно подтормаживает. Извините, это первый тест видоса здесь у меня в этой студии, поэтому... Конечно, все не идеально. Однозначно будет все не идеально. Блин, мы проиграли, походу, катку. Пацаны, ну соберитесь, как бы там Эмс, Мидер. Ну, как бы, что за дело? А, стоп. А, да. Мне бы Барли убить. Барли убил. Классно. Тупо слили катку. Тупо слили катка. А у меня еще тут ремонт идет, возможно, он будет слышно, как плитку режет. Вообще, более подробно про студию, про дачу на лайв-канале, ребят, постоянно. Я тут буду очень часто находиться, влоги очень часто, блин, мы слили катку. Неприятно. А мне еще не нравится то, что здесь вот так вот вроде не должно лагать. Не, ну вроде сама катка не лагала, но чечки вот так ходили. Так. Блин, ну капец, ну мне по приколу, новая студия, всегда новые эмоции. Да, гляньте, ну не как-то ходит странно, но при этом не лагает. Может, кто знает, что это за фигня? Ну, в целом играть можно, если не обращать на это внимание, да? Но так-то, конечно, немножечко напрягает. Ну, на геймплей это никак не влияет, то есть... Вообще, то есть... Просто сама физика лагает, а игра нормально, без задержек работает, то есть все четко. Так, ну ладно. Давайте попробуем затащить каточку. Короче, ну, прямая трансляция, вы сами понимаете, если я ее запущу, она может быть тестовая, она может быть с какими-то косячками, но при целом ее проверить-то в любом случае надо. Поэтому, что мы делаем? Мы ставим лайк, если вы хотите, чтобы Холдинг запустил сегодня трансляцию. Вы понимаете, что у меня тут речка рядом, я сейчас пойду порыбачу, приду, запущу стрим. Это же просто жесть, я не верю своим ощущениям, что это вообще реально. А, кстати, Данька уже уснул, офигеть, я вот этот ролик снимаю, а Данька уже спит. Я, по-моему, повернул бы камеру, но... Боюсь, что у меня все тут слетит сейчас настройки. У меня еще второй монитор не настроен, надо купить второй провод HDMI. Но все технические моменты я бы вам рассказал, ну реально. Хотя могу и на основной канал вам обзор запилить, а че бы и нет. Че бы и нет. Ну короче, надо ваши комменты, хотели бы обзор или нет новой студии. Вообще мой переезд будет... Тоже, опять же, на лайве, куда я уезжаю, все дела, расстановочка. Я уже, кстати, да, рано заспойлерил студию. Ну, а что поделать, я уже не могу, я хочу снимать видосы здесь. Кстати, мы затащили катку. И в целом... Вот так вот, отлично. В общем, играть можно, смотрите. Вроде бы по звуку более-менее, да... Раз, надо еще поп-фильтр, возможно, пантограф. Сзади полочки заставятся. А вот, ну и в целом, у меня тут на вечерний случай есть вот такое вот освещение, если что. То есть, как бы, я думаю, что более-менее здесь играть можно. Единственный момент, вот это холдик.
Но он, наверное, не такой четкий, как на моей прошлой студии. Блин, да кто тут спамит? Надо как-то этот... Вот. Так что, такие дела. На этом все, друзья. Тестовый видос пойду заливать. Посмотрим, что с этого получится. Напишите в комментах. Мне интересно видос с новой студии. До новых встреч. Пишите что-то в комментах. Не знаю даже, что вам еще сказать. А я буду тут обустраиваться, и свое рабочее место моими глазами я вам покажу в одном из следующих роликов. Либо на лайв-канале, либо на этом. Пишите в комментариях, что куда. Все. Дебютный видос отснят. Я пошел заливать.